Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 46-м уроке видеокурса Уникальные виджеты Adobe Muse. В этом уроке я хочу вам представить очень симпатичный, уникальный виджет, через который можно загрузить SVG формат графику. Этот виджет, он заставляет анимироваться, то есть в реальном времени какой-то ваш текст, сделанный в иллюстраторе, например, в формате SVG. Для того, чтобы нам что-то сделать, нам сначала нужен исходный файл в SVG формате. Конечно, вы можете найти в интернете, но если, например, сделать какой-то уникальный текст, я вам быстренько покажу, как это делается в программе Adobe Illustrator. Сейчас открыта передо мной программа Adobe Illustrator. Я нажимаю «Файл», и нажимаю новый. Здесь у меня, в принципе, не важно, А4 формат стоит. Я нажимаю ОК. Беру инструмент текст и мне нужно написать какой-то текст. Изначально в Adobe Muse у меня получилось вот что. Обновляю страницу и как бы у нас вырисовываются буквы. То есть вот это у меня залито SVG анимация SVG файл через виджет в Adobe Muse. Там есть разные эффекты, скорость анимации, появление букв и так далее, и разновидность анимации. Значит, возвращаемся в иллюстратор. Нам нужен какой-то свой уникальный текст. Я взял инструмент Т и начинаю что-то писать. Набрал какой-то текст, выделил. Теперь нужно задать побольше размер. Теперь я задам ему шрифт какой-то свой. Дальше мы поднимаемся в верхнюю панель, выбираем текст и в списке выбираем преобразовать в кривые. Это сделали. Дальше мне нужно задать рамку и убрать заливку. Значит, вот здесь вот обводку я делаю, например, 3 пикселя. Цвет обводки я делаю какой-нибудь, например, градиентный. И заливку я отключаю здесь вверху. Так, вот он, в принципе, текст готов. Дальше что мы делаем? Выбираем объект. Здесь вам не видно, но здесь я вам подскажу. Выбираем в самом низу монтажные области. И еще в выпадающем списке в самом низу вы увидите подогнать по границам выделенной иллюстрации. Кликаем, чтобы у нас вырезался весь фон, остался только текст. У нас, в принципе, все готово. Мы нажимаем файл, сохранить. Выбираем, значит, папку на компьютере, куда вы сохраняете. Здесь обязательно выбираем SVG. Ставим галочку «Использовать монтажные области». И вот здесь вот обязательно, чтобы никаких русских букв не было. То есть здесь придумайте название вашему SVG файлу. И сохранить. Так как у меня SVG файл уже есть такой, я не стал сохранять. И по виджетам. В папке с уроком вы найдете два виджета, они одинаковые, вы видите только у них разные названия. Вот там, где написано link, в этом виджете добавлено поле для вставки URL-адреса. То есть в этом виджете вы не можете повесить ссылку, в этом можете. Они одинаковые, просто вот эта старая версия, это уже более новая. Поэтому вы открываете ее в Adobe Muse. Итак, в Adobe Muse виджет, когда вы загрузили, перетаскиваем на холст. Сразу можем растянуть его. И первое, что мы делаем, у нас тут в настройках добавить файл. Нам нужно добавить SVG файл. Выбираем с компьютера SVG, открыть. SVG загружен. Дальше name SVG файл. Здесь, в принципе, я не трогаю. Здесь меняйте адрес на свой. Вот эта опция, это скорость анимации. Давайте вот на этом уровне мы посмотрим, что у нас получается в браузере. У нас с вами все получается. Вот так вот появляется текст. Дальше. Тип. Это как появляться анимации. Вот, например, если последнюю взять, она будет появляться сначала. От начала до конца, а не каждая буква одновременно. Следующая опция. Это анимация. То есть какой анимации э, как бы появляться. Но здесь, чтобы понять, нужно вам выбирать каждую анимацию и смотреть, как будет выглядеть. И последняя опция. Это анимация будет показана только тогда, когда объект ваше SVG у вас перед глазами. То есть, если у вас этот SVG файл где-то внизу находится на лендинге, он не проиграет, пока вы не прокрутите до него, до этого места скроллинг. И, соответственно, автостарт, это значит, автоматически будет стартовать, где бы он ни находился. Так как у нас он наверху, можно оставить автостарт. Вот и все, в принципе, настройки виджета. Давайте посмотрим. И вот, как я говорил, по одной буковке начинает чертиться. Все достаточно прозрачно и просто. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующем уроке.